Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. У человека часто, либо постоянно опухают веки, либо веко, правое или левое. То что нужно делать? Вы можете его лечить с различными мазями, массажами, растирать, там, употреблять сосудорасширяющие. Но помните, что точка ВЦ3 Джунзи, на практике это подтвердилось, вот не раз уже, очень легко справляется со всеразличными опуханиями век. То ли право, то ли лево, то ли одновременно. Можно ли данную точку, зададут некоторые, смотрящие данное видео, можно ли данную точку использовать, если мужчина, допустим, подрался, ну и получилась травма в области глаз, в орбите глаз, и, конечно же, века распухло от удара и набухло. Можно ли данную точку использовать в ВЦ3 Джунзи? Да, можно. То есть, помимо прикладывания бадьяги расширяющего, можно также работать с данной точкой. Тем самым вы будете укреплять свой организм. Так что при всех воспалительных процессах в области века используйте точку ВЦ3 Джунзи. Спасибо за внимание.